Дети читают стихи для лабиринта Ру. Агния Барто. Я выросла. Мне теперь не до игрушек. Я учусь по букварю. Соберу свои игрушки и Сереже подарю. Деревянную посуду я пока дарить не буду. Заяц нужен мне самой. Ничего, что он хромой. А медведь измазан слишком. Куклу жалко отдавать. Он отдаст ее мальчишкам или бросит под кровать. Паровоз отдать Сереже. Он плохой, без колеса. И потом мне нужно тоже поиграть хоть полчаса. Мне теперь не до игрушек. Я учусь по букварю. Но я, кажется, Сереже ничего не подарю.